Никуда, никуда, на мотиву положено. Не надо, ну да, это наша мотика. Вот это тоже красный, эти мелкие. Нет, не синие погребения. Прошу минуточку внимания. Вы слышали, что читается песнопение, перес молитвы. Говорит о кратковременности нашей жизни на земле. Ну, видим, что из жизни уходит, когда пройдем мы по кладбищу, посмотрим. И совсем молодая, юная фотография, красивая. И старая, которая уже, как бы, дал, говорит, Бог поживить им. И совсем младенцы есть. То есть в разном возрасте люди уходят. И смотрим, ну, другие кладбища там, где, как говорится, богатых хоронят. Подождите, не торопитесь. Вот. Бедных. Ну, жил он, перед ним весь мир трепетал, знаем. Умер, и что? Прошло время, новое поколение уже и не знает. А кто это такой? Спрашивает, а кто это такой? Это Дед Мороз, говорит, или что-то такое? Вообще люди, если кто-то историю еще считает, то может еще узнать. А нет, то и не знают о них. То есть память эта изглаживается. А духовная память, она пред Богом, она не изглаживается никогда. Это навечное оно. Вот. Нам кажется, что да ну ладно, здесь вот живи, бери от жизни все, что можно взять. А что мы можем взять от жизни здесь? Я Анастасию знал еще девушкой, она студенткой была. Когда она обратилась, приняла крещение, я ее крестил. Дети все, когда родили, всех я детей крестил. Все они выросли на руках. Мы поэтому знаем, что она стремилась к этому. Вот. Приняла крещение, она еще будучи студенткой, ветеринарном она училась в заведении. Когда... Потом вышла в замуж. Было так вот. Ну вот кончилось. Рано ей 42 года. Конечно, мы говорим, пожить бы еще да пожить. Но мы не знаем. Все наши судьбы, запомните, что они в руке Божьей. Почему так случилось? Мы не знаем этого. Это откроется только на суде Божьем. И там все это правильно. Мне однажды, я еще был юный, когда и сказал, одна была такая старица, она из монастыря, вот где сейчас тюрьма, там раньше был монастырь женский. И в один день, в ночь, всех 40 монахинь расстреляли. Это, и там где-то погребли их. А она одна была, случайно осталась в живых, где-то ее игуменья, то есть начальница монастыря, послала в деревню за каким-то делом. А в это время их, она вернулась, а монастыря уже нет. Все. И я в 70-х годах, в 60-х еще, она была живая. И я с ней это. Ну и я как-то ей, а ей уже было там, наверное, под 90 лет, я говорю, матушка Александра, а вот там умерла тогда, она еще молодая такая, там, знакомая. Она говорит, а, милый ты мой, Бог берет, говорит, не престарелых, а поспелых. Кто поспел для вечной жизни, того и берет Бог. Кто святостью жизни достиг, а кого берет, и чтобы он большего зла не наделал в этом мире. Вот. Господь нас там будет судить не по каким-то конституциям, а конституция одна. Вот это называется Евангелие. Евангелие – Боговесть. Это Слово Божие. По нему будет нас судить Бог. Мы читаем в Откровении, что говорит, и будет Агнец в руках держать Евангелие. Поэтому будем судимы все мы. Люди, жившие на земле. Поэтому всем я вам искренне желаю взять это слово, это Евангелие, издано по благословению патриарха
Московская, вся Руси Кирилла. То есть это православное, издание на русском языке. Кто желает приобрести, пожалуйста, возьмите. Разовьем бесплатно, потому что нам это тоже дали библейская миссия, нам дали только для бесплатного распространения. Пожалуйста. Возьмите, кто, у кого нет дома и кто желает, возьмите, пожалуйста. Вот так. Будете когда читать, обязательно возникнут вопросы какие-то. Не стесняйтесь обратиться с вопросом или в храме к батюшке, где, или к тому, кто более сведущ в этом, в духовном писании. Вы только откроете первую страницу, и сразу там идет Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Как это? Мужик мужика родил. Почему? А это просто, потому что родословие, она по мужской линии велась. Поэтому так и говорит, что от него произошел тот род, от того другого род произошел. Вот так вот. Ну и много другого. Притчи. Господь рассказывает там в притчах. То есть притча это иносказание. Ну как сказать, что такое Царство Небесное? Самая короткая притча такая. Взяла, говорит, женщина 3 меры муки и замесила, пока не скисло. Все, вот это и Царство Небесное. Ну кто не знает, как на лепешке тесто заводить там на пирожки. Все знают. Но а что это такое? 3 меры. Какие 3 меры? А это просто. Первая мера – это услышал, вторая мера – принял, а третья – исполнил. Вот тогда достигнешь Царства Небесного. А то, что если я услышал, а не принял, оно тут же, говорит, в одно ухо залетело, в другое вылетело. Но, а если даже услышал и принял, но не стал исполнять, я, говорит, так знаю. Я верю, говорит, в душе верю, чтобы никто не знал, что я верующий. А Господь говорит, вы есть свет миру. Не может утаиться свет. Даже маленькая где-то спичка за десятки, говорится, километров, может, в темноте видно, ага, там маленький огонек есть. Его видать. Тьма даже перед маленьким огоньком, она рассеивается. Так и вы, говорит, есть свет миру. Вы есть соль земли, Господь говорит. Другая притча. Вышел, говорит, сеятель, сеять. Иное, говорит, семя упало на каменистую почву. Одно упало при дороге, другое, говорит, в тернистое, где сорняков много, тоже не принесло плода, а одно упало на хорошую почву и принесло много плода. Что это такое? На каменистое, на при дороге упало, услышал слово и, ну, прослушал, прошел, птицы, говорит, поклевали это зернышко, то есть оно не укоренилось. А на каменистое услышал, вроде, да, действительно, надо заняться этим, потому что жизнь моя продолжается. Вот сегодня нам телеграмма всем пришла от Бога. Телеграмма, то есть мы видим покойницу. Это всем нам, это не миновать этого. Кто-то сегодня, может, завтра, кто через какое-то время уйдет, все должны быть к этому готовы. Но если принял ты, а не стал дальше ничего делать, то оно ничего не будет. То есть засыхает. Там, где мало влаги, оно быстро засыхает растение. А в тернистую почву человек принял, как бы, ну, я буду христианином, все. Но и в то же время не хочется от мира. Он, посмотри, как живет, он неверующий, а у него, посмотри-ка, есть и дача, и тачка, и какие там он живет, какой, посмотри, у него там и прислуга, все, о, живет он как. Да, и я буду так как-то вроде бы жить. Это терня, и заглушила, потом постепенно, и он, человек от веры уходит. То есть плода опять никакого не будет. Ну, посеялась я на грядке, ни травки-то не вырываю, не удобряю, ничего не будет. Все заросло и ничего нет. А вот когда ты услышал, да принял и стараешься, я буду жить так, как говорит мне Господь. Чтобы мне не быть постыженным на суде. Чтобы мне... А заповеди-то очень простые. Почитай Бога, люби Бога, говорит, всем сердцем. Ближнего люби, как самого себя. Почитай родителей, тебе будет благо, и будешь долголетен на земле. Не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Заповеди-то простые. Только исполняй их, и все будет хорошо. А когда нарушаем заповеди, то и в этой жизни, и даже все эти грехи, они от чего? От того, что жизнь не так, как надо. А Господь, заботясь о нас, Он не только сказал нам, как жить, а даже ну, простые, как одеваться нам, об этом сказано. Вот. Вы можете никогда не слышать, я скажу.
Это в Библии есть вторая, это вот первая, вторая часть Библии Евангелия, а первая часть Ветхий Завет. Там в книге Второго Закония написано: мужчина, облачающийся в женскую одежду, а женщина в мужскую, это мерзость пред Богом. Это дословные слова сказал библейские. Мы на это не обращаем внимания. Но это так. Понимаете, что это нельзя этого нарушать. Бог дал красоту такую людям, что сам себе, говорит, ты не прибавишь на 5 копеек. Стараются прибавить, что-то там сделать, а это ничего не получается. Вот в жизни, знаете, бывает так, что как-то встретишь человека и смотришь как-то, ну, взгляд там, лицо такое у него как-то суровое, думаешь, какой неприятный человек. Но вот когда ты с ним заговорил, это сколько раз у меня было вот, в моей жизни, я сколько раз в этом раскаивался, думаю, как же я так о человеке плохо подумал. Это душевный человек. И посмотришь потом, и красота какая в нем смотрит. А другой говорит, красивый, а когда начнешь говорить, то... Это библейские слова тоже есть такая. Красивая, говорит, женщина и неразумная. Это, говорит, как свинья с золотым кольцом в носу. Это в Библии так написано, это дословно я вам говорю. То есть во всем должно быть сиять наша духовная красота. А когда духовная красота будет, она все телесные, это она все сглаживает. Вот мне пришлось, я служил в Исилькуле Омской области. И была одна там Людмила, прихожанка. Вот. Она парализована, 17 лет была. Она уже лет 20 была, когда я там познакомился с ней. И вы знаете, когда бывает до того тяжко, это было еще то время советское, там, ну, запрещали, там, гнали все. До того, ну, думаешь, никакого, такая скорбь на душе. Пойдешь к ней, что-нибудь поговорить. Она сидела только на стуле, могла так передвигаться на стуле. Ноги у нее не действовали. Рука одна у нее висела, маленькая такая. Она могла хорошо вязать. Мать ей в руки спицы вложит. Она вяжет там платки пуховые вязала. Мне даже без рукавочку одну связала. Вот. И вот когда с ней поговоришь как-то, и идешь такой успокоенный, и как-то до того легко бывает. То есть она могла так вот с тобой поговорить, думаешь, и ты не замечаешь ее вот это, ну, скажешь, такой вот ее инвалидность, нисколько, нет. Уходишь, и до того умиротворенное такое. Я так всегда, когда тяжело, пойду я к Людмиле, поговорю с ней. Понимаете, как бывает в жизни? Поэтому та божественная красота, которую дал Бог каждому человеку, это очень ценная. Поэтому мы должны всегда искать ее, а искать ее может найти только Слово Божие. Слово Божие. Все книги, которые есть, это книги человеческие. Одна книга в мире, которая называется Словом Божьим, это Библия. Библия, Евангелие, это Слово Божие. Потому что Бог говорил людям, а люди это записывают. Писали люди. Но Бог, как говорится, диктовал им, что написать. О чем написать. Кому написать. Это все Божие. Что, не пришла машина пишет? Ну, если есть какие у кого вопросы, пожалуйста, можем побеседовать просто. Мы видим тело лежащее, а душа в это время, душа, она бессмертна. Поэтому в это время, душа, вот сейчас мы разговариваем, она все видит, кто стоит, даже кто что мыслит, она. Есть у Толстого такой рассказ, у Льва Толстого рассказ такой. Живой мертвец. Вот. Можете прочитать там это. У него хорошие есть такие, назидательные. Живой мертвец. То есть был богатый там княжеский сынок, офицер у него, что, богато, деньги много, он, значит, там кутил, там и простой был такой. Его все любили, товарищи всегда деньги займут, а он не спрашивал, отдашь, не отдашь, ладно. Можно, говорит, было ему не отдавать даже. И вот он однажды идет где-то с очередной, там, скажем, гулянки был. И навстречу женщина с ребенком, холодно, в Петербурге было. И она одной рукой ребенка, а другой, подайте ради Христа на хлебушек и ребенку на молочко. Он как был, он весь кошелек, что у него был, он вынул и ей отдал. Он в это время какой-то, говорит, что-то у меня было такое, что о чем-то шел, думал. И женщина, господин, вы это ошиблись, наверное, говорит, ну, так же не делается. Она открыла, там прилично денежек-то лежит. Он, нет, это все. И пошел, и зашел в храм.
постоял в храме, вспомнил, как его бабушка, когда был мальчиком, водила в храм, там прочее. Ну и вышел, пошел домой. Домой пришел, его слуга там встретил, Степан-то, вот, и уложил его спать. А утром будите, он мертвый. Умер. Мертвый. Ну, все там, значит, беспокоятся, умер там все. А он описывает, а душа-то его в это время все, значит, вот больше всех-то, а идут уже люди там, ну, как проститься, и слышит, на лестнице поднимается, поднимается его невеста. Уже все, они были обручены уже. А свадьбе, как свадьбу, когда делать что? Вот. А она его не любила. Но отец уговорил, что они были богаты, но разорились, а за счет женитьбы они могут поправить свое, значит, состояние. И вот, отец, ты для приличия, ты, ну, поплачь там, попечалься, чтобы все видели, что... Да, пап, я не... Ну, сделай это. Ну и вот, а он-то думал, что она его любит, он мне души не чаял, там это такое. Ну и все, идут там друзья, а друзья разговаривают, а он их слышит все. Душа. Говорит, да, конечно. Хороший, говорит, был человек. Можно было занять, говорит, на бутылку и не отдавать, даже никогда не спросит, говорит он. Все, все это. Больше всех о нем, говорит, печалился, это его слуга, который вот с детства вырастил, Степан. Вот. А я-то, говорит, много раз его обижал, даже пьяный сапогом там, он когда сапоги снимал, мог ему в зубы пнуть там это, вот. Теперь, говорит, я, ах, как я сокрушаюсь об этом. Ну и все, пришел уже, он слышит, как батюшка пришел, отпевает, он каждое слово у него врезается в его. И вот гроб-то когда подняли, понесли уже, выходить, и как-то тряхнули. И он вздохнул, а душа Господь обратно ее вложил в него. И все же, ну и в комнату врач сказал никого не допускать. Все, он первым делом, когда стал поправился, первым делом расторг все с невестой. То есть покончил. И ушел в монастырь. А начинается рассказ так, что этот как бы писатель на вокзале смотрит, в уголке сидит монах какой-то и читает Евангелие. Но он прошел раз-два, потом подошел к нему-то и разговор завязался, и он рассказал ему свою жизнь. То есть он взял-то это писатель от того, что это и в житиях святых есть, что душа, она видит все ее, вот умершая. Мы-то нет, а она все, и даже мысли человеческие она может читать. Это так, потому что люди, которые как бы возвратились оттуда, были умершие, а потом Господь душу вложил в них, то об этом всегда свидетельствует. Ну что, не пришла машина? Нет? Да, здесь, наверное. Кто это? Катафалк пришел? Пришел. Ага, сейчас я возьму, подожди. Это. Валера. Ну, посмотри, какая это. Конечно, вечный хороним. Thank you.
А? Да там же. На чего? Землей. Нет, 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 а зачем там на могиле? А на какое кладбище? А сказали, какое-то здесь рядом. Штабка. Штабка. А тут мы проедем? Проедем, да? Там? Нет, там просто через переезд. Нет, нет, здесь нет. Здесь не проедешь, там перекопано все. Вот именно, что не проедешь. Мы попадем сюда. В автобус сядете, поедете. Да мы все как туда войдем, мы на пяти машинах. Да, вот, да мы вот за мостиком стоим, как мы проедем? Вам придется возвращаться через переезд опять. Ваня сказал, вдоль железной дороги. Там нету дороги, там все перекопано, мы сами ездим. Вы там застрянете и все. А отсюда проеду? Отсюда вы сейчас выехаете прямо от самого полиса. За автобусом нужно будет проехать. Да, едем за автобусом, без проблем. А там это, только через переезд, здесь нет дороги. Раньше была, машина грузовые перекопали. Здесь. Переезд, через переезд, переедете. А мы его как-то увидим с трассы? Да, да, да. На, потом сразу, в автобусе. Все на машинах же приехали. И... Мы войдем? Ну, конечно. Я-то на машине повезу свои. Переезд, переедете сразу направо. И там основная дорога пойдет налево и поправо. Как? Говорят, там нет дороги. Это надо нам возвращаться обратно во Владимир или ехать все вместе на газель. А как мы здесь сейчас переехать? Вы знаете эту дорогу? Нет, там нет дороги. Мы залезем, как-нибудь постараемся разобраться. Нет, они подпали в столовую. Подъедет катафалк. Thank you.
Костя, куда идем? Сюда, ко мне, заходите, развернем. А, ну давай, в мою сторону. Давай. Так, ну туда ко мне, еще. Сейчас, сейчас. А простых нет, вон там стоят машины, давайте сюда, потом подождите, поставьте пока на землю. Сейчас простые венки сложим, потом корзины наверх. А живые цветы повезем просто в машину? А живые цветы в руках. В машине, да? Да. Ага, пойдем сюда в машину. Надя. Родные, близкие, проходите, можете отсюда, можете сбоку там. А где они? В машине есть. Еще места есть, проходите, кто желает на кладбище. Кто хочет на силикатный проехать, ой, фу, на силикатный, тогда сюда или по машинам. А кто обратно сюда? Кто обратно, вот там слетного, со слетной школы, обратно сюда же привезут. На Власик поедут? А, нет, на этот. Нет? А что, на силикатный? Нет, на силикатный курс, на обед. Ты работаешь? Да. Нам вот потерять заработку. Так, на. Благословен Бог нас всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аминь.
диводи узел кованих розрішили, сам душу роби твої я упокой, і нині присної во віки віков, ні єдина чистая, ні порочная, дева Бога везде нині рушая, молись, спастися души. Повелиться милости Твоей, молимся, все услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ище молимся, умрей, душу ушел, все рабы Божие, Анастасии, вы же проститесь и всякому прегрешению, вольному ты и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Как это Господь Бог наш, учи души, праведные упокоиваются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бессмертного царя и Бога нашего просим. Подай, Господи, Господи, помилуй. Всякий плоть и смерть поправил, прозвежит миру там и даровал, и сам Господи упокой душу, усопшую рабы Твоей Анастасии, вместе светлым, вместе злачным, вместе покойным. Отнюдь же болезнь, печали, воздыхание, и всякое согрешение, содеянное словом, делом или помышлением, яко благи человека любит Бог, проси, а конец человек лишь будет и не согрешит тебя, ни кроме греха и правда, ты оправдал веки, и слово твое истина. Яко ты иси воскресенье жизни, покой усопся рабы твоя Анастасии, Христе Божий нашей тебе славу высылаем. С обезначальным твоим отцем и пресвятым благим и творящим твоим духом, ныне пресно и во веки веков. Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных, богоносных, отец наших всех святых, душу от нас представшая, рабы с Анастасии, все ли неправильных очень внезапно вам, покой ты справился, причтет нас помилует, яко благо человека любит, о блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшей рабе твоей Анастасии и сотвори вечную память. Вечная.
вещи на ней. Thank you.
вера для Киева. Мы проводили сегодня в дальний путь очень хорошего человека. Умница, красавица, гиперответственная. Настя, нам будет очень тебя не хватать. Земля тебе пухом, царство небесное. Очень жалко, что ты так рано покинула нас. Очень жалко. Очень замечательный человек. Только доброта, только свет от нее один был. Никогда не услышишь от нее никакого плохого слова. Всегда было можно на нее положиться. Очень жаль, очень, что Господь не разрешил ей пожить подольше. Таких людей, как Настя, очень мало. Царство небесное тебе, Настя. Земля тебе пух. Я не знаю. Ну давай. Водичка у кого? Вот вода. Ну, по кругу. А поверху там не типа вот. Подожди, дырочку. Ну потом. Дырочку сразила, а то она сразу завянет. А ведро, ведро есть? Ведро, ведро. Вот ведро, воду налить туда. Давай. Геня. А где она? А есть ведро. А где еще бутылка с водой? Ведро. Геня нужен для цветов. А вон ведро. Все, выливайте. Еще бутылку не вали. Тетя Таня, где ваша бутылка с водой? Все, вот сюда взяли. Ну вот полились. А, цветы полились. Все, поняла. Еще дайте пополам. Нету воды все равно. Пополам. Пополам. Тань, пополам воды мне дай. Там еще где-то. Нету больше воды. Полили, подожди, подожди, Тань. Дай половину воды. Может, все войдут? Нет, все войдут. Ну дай. Может, еще. А воды нету. А ни у кого с собой нет водички в машине? В
машине, у меня полный тур. Их надо побольше ставить, поплотнее, тогда они стоят. Вот эти-то не надо сюда ставить. Ну, вот эти мертвые. Ну, зачем? Я же не вижу. Да-да. Хотела бы. Поставить, оно ветром, значит, долго будет стоять. Водички подождут. Вот еще. Это внизу здесь можно. А вот они. Галя, они засохнут, засохнут. Водичку, конечно. Они принеси водичку. Что мы сюда имеем? Ну вот это чтобы оно плотно. Плотно, чтобы стояло, иначе упадет. На, подержи, подержи. Куда налить твою домовинку? Налить куда надо? Аленка не приехала. Его ветер унесет. У нас вот такой казино было, и она у нас будет пристрелить.